Когда же, наконец, все контейнерные площадки в Харцеске будут освобождены от мусора? Кто-то из горожан, проходя мимо переполненных мусорных баков, возмущается мысленно, кто-то вопрошает вслух, кто-то пишет о проблеме в соцсетях, подкрепляя комментарии и фотографии. Второй год подряд в Харцеске периодически возникает проблема с вывозом ТБО. Увы, и нынешний январь не стал исключением. В начале января, когда Харцеск засыпало снегом, подъезд к контейнерным площадкам был затруднен. Возле мусорных баков постепенно начали расти горы ТБО. Через какое-то время коммунальщики все же убрали снег на пути спецтехники. Где-то раньше, где-то позже мусор таки начали вывозить на полигон. Правда, на проезд туда и обратно по нынешним дорогам времени требуется в два раза больше. Ситуацию удалось спасти далеко не везде. Техника работала и в субботу, также и по подбору, и по вывозу, и продолжает сегодня работать. Вчера невозможно было, потому что эта техника, даже, скажем так, она привлеченная. Она не самого коммунхоза, она привлеченная. Вот нам выделяли 5 дней на прошлой неделе, и на этой неделе 2-3 дня должны нам выделить технику. Предварительно по тем объемам, что осталось, мы должны вложиться по подбору возле контейнеров этой дополнительной техникой привлечен. И тогда более-менее в график предприятия войдет. На сегодняшний день, ну, 60-70%, где выполнен подбор, и идет более-менее по графику сбор контейнеров. Сегодня, в последний день января, в городе еще есть площадки, не видевшие мусоровоза с конца прошлого года. Одна из таких на улице Чумака, хотя буквально по соседству, в 30 метрах и в глубине микрорайона, работники Харцисккоммунхоза регулярно опустошают контейнеры от твердых бытовых отходов. В интернете на странице нашей телекомпании в соцсети ВКонтакте харцизяне выложили фотографии, ярко демонстрирующие мусорную проблему. Сегодня мы объехали указанные на фото адреса. В первой половине дня только с одной из указанных площадок мусор был вывезен. Площадок, где именно настолько захламлено, осталось очень мало. Даже они, вот эти 30%, которые я сказал, остались, они не уходят. В остальных площадках меньше накопления. Техника привлекалась в субботу, некоторые дни на прошлой неделе, самого коммунхоза. Но она маленькая единица, да, самосвал ЗИЛ. Ну, много ей сильно не возьмешь. Привлеченная в основном применяется техника. Потому что в наших коммунальных предприятиях такой техники, ну, нет. Администрация Харциска поставила перед Харцисккоммунхозом задачу привести в должный порядок все контейнерные площадки в городе до конца текущей недели.